You said this morning, you said just, Доброе утро, Рав. Вы сказали сейчас прямо, что у Творца нет кли. Если это так, то как мы можем быть в отдаче Творцу, если нет кли? Как можем доставить ему наслаждение, если Творец не может почувствовать то, что мы делаем для него? У него же нет кли. Есть у него кли, но там нет такого хиссарона, как у нас, где наш хиссарон — это настоящий хиссарон, настоящая потребность. Его хиссарон, его потребность в том, чтобы было нам хорошо. И это не называется настоящей потребностью, ощущением нехватки. Это называется хиссароном из любви, когда он хочет сделать добро. Ты можешь сказать больше, что желание дать добро, оно больше, оно более совершенно. Поэтому у Творца есть огромные страдания от того, что мы находимся в состоянии, когда не можем получить от него все блага. Это как младенец, который болен, и мать очень хочет дать ему поесть, все самое лучшее, но он не в состоянии, он болен. Так мать страдает, и насколько страдает, она страдает даже больше, чем он страдает. Это называется болью шхины. Боль шхины. Понятно? Thank you, Dov.